Канун Дня Победы для ивановских коммунистов – еще один повод напомнить о проблемах, на которые власти перед праздником старательно не обращают внимания. В четверг неподалеку от Мемориала Славы прошел сбор подписей горожан за установку памятника маршалу Василевскому и против возведения торгово-офисного центра с Завечным огнем. Последний вопрос сейчас повис в воздухе, а вот судьба памятника герою-полководцу решится уже на следующей неделе на заседании городской думы. Пока прогнозы неутешительные. Возможно, подписи ивановцев помогут все же привлечь внимание чиновников. Эти подписи мы, естественно, будем прилагать как дополнительную аргументацию к проекту решения. Я думаю, что все-таки они сыграют свою роль, и власть прислушается к мнению общественности. Одно дело инициатива депутата и ряда общественных объединений города, и одно другое дело – это мнение рядовых граждан,